Было подписание соглашения между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря. Мы очень долго шли к этому решению. Было много споров, напряженной работы с двух сторон. Но хочу подчеркнуть, эта работа была заинтересованных партнеров. И я очень рад, я удовлетворен тем, что она закончилась таким позитивным результатом. Я заявляю, что это очень важный шаг. Вообще, то, что за последнее время, за короткое время, этот вопрос статуса Каспийского моря, разделение его на сектора, уже много-много лет было на повестке дня и обсуждалось. И то, что вот за короткое время вы включились в это дело, и с Казахстаном вы подписали, я знаю, что тоже долго работали над этим, и с Азербайджаном тоже мы долго работали. И как вы сказали, мы уже три каспийских государства, ну, не северной части, а середины Каспийского моря. Мы себя не можем считать северным, мы южная часть, так? И уже, понимаете, определились. И это дает пример и для других прикаспийских стран. Другого